Здесь у нас целая конная ферма. Лошадки гуляют в загоне. Это тетя фермерша. Здесь живет лошадка. Не очень уютно. Здесь также коза гуляет, внучка и курочка. Здесь на вышке сидит дядя. Он караулит, чтобы везде был порядок. Вдруг где-то пожар, какое-то бедствие. Он все-все видит. Здесь мальчик играет на чердаке. Он любит сидеть на чердаке, пока бабушка занята. Здесь у нас корабль. Это пожарный корабль. Он на посту стоит. Если вдруг где-то пожар, они сразу его потушат. Собачка по имени Джим помогает дяде. Ему не скучно. Да Иго-го дома. Иго-го дома спит? Да. Спит. Смотри, они хотят попить водички и покушать травки. Здесь у нас водичка. Видишь, она их выпустила. Выходите, лошадки, попить. Встала в сторонку. Они иго-го, иго-го. Нет, сначала они попьют водички. Нет, дома. Нет, дома. Маленькая лошадка хочет травки покушать. Пусть покушает сначала, а потом домой. Давай, покорми ее. Да, воды. А вот травка. Да. Все, ну да. Как раз все. Все. Все лошадки дома. Нет. Они, у них тихий час, да? Ты хочешь их поставить? Вот так. Да. Все дома. Нет. Аккуратно. У них будет тихий час, да? Нет, все. Все, нет, гулять нет. Опять будут. Все, лошадки опять гуляют. Смотри, а ты знаешь, что мальчик по имени Том, сына, он любит сидеть на крыше. Посмотри, где он сидит. Нельзя на крыше лазить. И однажды он взял с собой на крышу спички. И вдруг начался пожар. Да. Горит, горит. Он кричит: помогите, помогите. Девочка по имени Настя, она гуляла и услышала, как кричит ее братец Том. Спасет, спасет. А кто спасет? Бабушка услышала: караул, спасите. Дядя часовой. Он увидел пожар. Да. Тут же позвонил в пожарную станцию. Где у нас пожарная станция? Вот. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Всем страшно, спрятались и боятся за Тома. Мяу-мяу. А ну-ка давай, туши пожар. Да. И будет тушить пожар. Ставим аккуратно. Пожар тушит. Наверху быстро-быстро туши. Да. А то он разгорается сильнее. Тут все в дыму. Том задыхается. Да. Нужно его спасти. Да. Здесь дядя пожарный забирается по лестнице и спасает Тома. Тут. Вместе они спускаются. О, чудо! Мальчика спасли! Дядя. Дядя пожарный молодец, он спас Тома. Спасибо, нет. Дядя пожарный. Нет. Я тебе очень признателен. Ну-ка, 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 ну-ка. Собачка лает. Она зовет хозяина, дядю пожарного. Надеюсь, в следующий раз ты будешь осторожен. Обещаю. Все, я поехал. Дежурство продолжается. Ах-ах, собачка зовет. Нужно закрутить шланг на место. И пришла бабушка и ругает Тому. Почему ты так сделал? Я же тебе не разрешала спички брать. Прости, пожалуйста, бабушка, я обещаю, я больше так не буду. Спички брать нельзя. Спички детям не игрушки. Гуляли! Гулять будем? Да. Том, давай будем играть? Я дома. Давай. Мама, я дома.
Ты дома? Да. Том, давай поможем бабушке. Она очень устала, старенькая. Бабу. Давай. Я согласен. Лошадки хотят покушать травку. Нужно их выгнать на пастбище. Вот так лошадки выходят. Все, лошадки покушали травку, попили водичку. Теперь их нужно загнать на место. Загоняем. Все. Еще будут гулять? Да. Ну хорошо, пусть гуляют. Пока лошадки гуляют, можно покататься на качели. Ура! Юху! Нету много баба. Вот так. Нету чай. Баба устала. Баба устала, да. Да. Все, пусть она отдохнет дома. Вот окошко. Ку-ку, баба! Вот из окошка бабушка наблюдает за детками, как они играют на площадке, да? Да, да, мама. Тут чай. Устали тоже? Да. Дети, домой. Домой зовет. Кушать. Нет. Кушать или спать? Кушать. Кушать. Домой, детки. Лошадки уже в загоне. Тут приплыла лодка. Ап, ап, ап. Где бабушка и Том? Пойдемте плавать. Дядя пожарный сейчас нас прокатит. Но для того, чтобы все поместились, нужно убрать пожарный кран. И теперь можно плавать. Где лестница? Ищи. Вот она. Тонуть нет. Чтобы не утонуть, они забираются по лестнице. Та-дам, та-дам. Оп. Оп-о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 п. Ура! Я еще никогда в жизни не плавала на лодке. Собачку забыли. А лестницу уже убрали, но собачка умеет прыгать. И она вот так хоп, прыгнула. Томи, Томи! Да ну-ка, спасательную лестницу кидаем. Девочка забралась по лестнице. Спасибо, баба, извини, что я себя плохо вела. Я больше не буду прыгать в воду. И все поплыли. Да. Это целый круиз. А давайте скажем деткам пока. Всем пока.